сожалению, лично я с момента распада, скажем так, коммунистической власти каких-то серьезных глобальных достижений нашей страны не замечаю. К сожалению, развал этой власти привел к тому, что у нас практически никакого финансирования нету ни на политику, ни на экономику, ни на финансирование научных баз. Поэтому я боюсь, что это привело наоборот к ухудшению состояния, скажем, нашей России. Более того, это опасно тем, что мы постепенно начинаем деградировать, поскольку действительно никаких серьезных, ну, скажем так, достижений для мировой общественности мы не принесли. И, кстати, причина этому — отсутствие денег.